Всем привет! Это снова Андрей, Красноуральск. Пока нет интернета, собственно, уезжал отдыхать в Крым, и тут закончился интернет. Поэтому это видео будет в режиме офлайн-стрима. Я тут пока был на отдыхе, натолкнулся на эту игру. Ну, конечно, кто-то скажет, да, она не новая, собственно, и уже какого 12 или 11 года, сейчас точно не вспомню. Ну, если кто-то забыл, что это Stalker Oblivion Lost, собственно. Ну, если проще говоря, то есть это модификация на обычный Stalker, которая позволяет, собственно, создавать персонажа, играть за него, собственно, в режиме, в живой зоне, да, собственно. Где нету ни квестов, ты просто живешь жизнью какого-то сталкера. Можно выбрать группировку и так далее, и так далее, и так, тому подобное. Я уже создал персонажа, собственно. Ну, давайте я еще раз это сделаю, чтобы это было интересно. Я, собственно, в SO Project играю за бандита. И тут в классическом сталкере, так как ты по умолчанию стрелок, и у тебя уже по умолчанию есть выбор, за тебя уже все выборы сделали, ты просто проходишь, собственно, сюжет, так скажем. И стрелок по умолчанию он хороший. То есть нету у него возможности, допустим, стать на скользкую бандитскую дорожку. Конечно, можно убивать сталкеров, но это получается... это получится не по РП. Можно всех убивать так же, как монолит. Но это не по РП будет. Это нехорошо, в общем. А я решил поиграть за бандита. Собственно, я даже состою в SO Project у бандитов, собственно, в группе. И понял, что бандитам с реальными людьми это не так просто играть, потому что зачастую бандиты много кому не нравятся, в том числе и монолиту, и нейтральны для них только наемники и как ни странно, свобода. Но в обычном сталкере поиграть за бандита, вот именно представлять бандита, без выполнения квестов и всякой беготни, мне было очень интересно. Вот я натолкнулся на эту модификацию. Одна Oblivion Lost и еще одна там, одна модификация, на нее тоже видеоролик засниму. Как-то по-другому называется. И, собственно, планирую проходить тайные тропы 2. Собственно, я начинал проходить, уж много там проходил, но натолкнулся на такой косяк, собственно, с прохождением. Ну, конечно, это мой косяк, моя непредусмотрительность. То, что у меня такая сталкерская жилка, вещи складывать в различные ящики. И это моя и была ошибка. Я единственный схрон сделал, собственно, в сталкере, в тайных тропах. Это, по-моему, в Припяти. А там ящики могут МПСники обкрадывать, собственно. И так я лишился части оружия и артефактов. А там нужно создавать схроны, собственно, в безопасных местах. И таким образом потом из этих схронов подбирать вещи. Ну, это я предусмотрел, как говорится, на будущее. Зашел на официальный сайт этой модификации и думаю проходить ее сначала и записывать видеоролики. Также в ближайшее время, когда появится интернет, естественно, пока нету хромакея, как я тут приехал, тут у меня все порушили, хромакей надо будет заново делать, поэтому, ну, там шторы или что-то такое, короче, такой фон.
Конечно же, из фотографий с Крыма, которые я делал, сделаю видеоролик, они будут на основном канале, собственно. Стримы будут на втором канале, как обычно. Хочу также поздравить Сергея Иванова, которому пришел, собственно, пришел вот такой эзоновский значок. Да, я говорил, что их, собственно, немного, но мы на сходку ездили с братом. И вот такой эзоновский значок будет разыгран на ближайшем стриме по Эзон. Так что, товарищи, как его разыграть, я еще придумаю. Но, собственно, принцип будет примерно такой же. Что-нибудь надо, правильные ответы или что-нибудь в этом духе надо будет писать в донатах или, ну, в общем, схему разыгрывания я обязательно придумаю. Ну и начну проходить в Эзон, квесты по Баррету. Это так, я предвещаю уже, собственно. А то по поводу отдыха в Крыму, я думаю, когда интернет появится, я лайв-стрим сделаю и расскажу, что там интересно, и какие-то фотографии покажу. А так, отдельные видеоролики по Крыму и фотографии оттуда тоже будут, если кому интересно, наш Черноморский флот и все такое, то вы, собственно, это дело найдете. Так что ближайшие несколько дней видеоролики очень... Вот, если не каждый день, то почти каждый день будет выходить не по одному ролику, собственно. Чем мы тут можем выбрать? Мы можем фотографию... Кошмар. Сложность кошмара для меня перебор. Учитывая, какой я рак в стрельбе, это объективно. Я, короче... Просто, в принципе, мой уровень — это к бою готов, собственно. Знаю, как оружие держать, знаю, как из него стрелять, и этого достаточно. В принципе, по такой же схеме я могу охарактеризовать и про настоящее оружие. Знаю, как держать, смогу стрельнуть. Вот, собственно. Я не скажу, что я из всего оружия могу прямо настоящего стрельнуть. Я такого... Ну, из пистолета, там, из автомата, там, из снайперской винтовки, короче... Где-то вот так вот. Из всего я, с учетом моих познаний, не из всего смогу. Ну, из обычного какого-то, да. Так что... Поэтому объективно вот... Мой уровень сложности. Выбираем группировку бандиты. У бандитов на 500 денег больше. Я не знаю, по какому принципу тут будет осуществляться торговля, собственно. Ну, это модификация. Это модификация. Вы обратили, что тут версия сталкера 1.0.0.4, собственно. Как пишут разработчики, что... стабильно работает именно вот на вот этой модификации. Как и, собственно, разработчики Тайных Троп тоже говорили, если не хотите никаких косяков, то ставить именно эту версию. Сейчас новые модификации, конечно, уже работают и на 1.0.6, но тем не менее, если вы вспомните различные новые модификации на Сталкера, которые выходят, то вы вспомните, что вылеты все равно там появляются. А в те года все-таки разработчики брали за стабильностью, что ли. Я думаю, тут у нас вылетов не будет. Что у нас есть? 1500 денег, патроны, парабеллум, антирад и бандитская куртка. Так, темная долина у нас старт. Да. Ну давайте, окей. О, да, это темная долина, естественно. У нас кто-то там. Ну я понял, где это. У нас тут. Так. Один бандит есть у нас.
Отклик устаревший. А. Странно. Интересно, тут детектор, короче. Ну, для поиска артефактов. Окей, я понял. Ой, ой, тут... Так. А, вот он и чем тут. Тут у нас... Тут кто-то... Так, тут кто-то у нас пострадал в аномалии. Да, знаете, чем мне нравится Зов Припять? То, что там можно и болт, и пистолет вместе носить. Ой, тут, кажись, наших бандитов хотят обидеть. Так, пойдемте поможем сталкеру, в кавычках. Так, у нас тут есть Боров. Босс, ты тут, босс. Босс. Давайте навестим Борова, если он у нас дома. Боров. Ну ладно, окей. Ого! Нихера себе, там лимонки рвутся. Так, секундочку. Я посмотрю, как там установки. Управление. Так, аптечки, аптечки. Я не понимаю, что это за кнопка. R и L. Так, давайте вспоминать, как у нас там по классике было. По классике у нас было аптечка F1, да? Насколько я помню. Быстрое использование бинта. F1, использование аптечки F2. На? Итак, погнали. Твою мать! Так, а у нас тут есть торговец? Кто-нибудь? Товарищи, кто может поторговать с нами? Так. Да, и тут режим одной жизни. Собственно. Как это и... Ну, можно сохраняться, да, можно сохраняться. Так, тут, я надеюсь, какой-нибудь где-нибудь торговец. А, похоже, это выше. Я помню, что кто-то тут, наверное... Кто чем-то торгует, должен быть. Да?
Да вы гоните, а где кто? Здрасте! Тут чисто, тут только птицы летают над головой. Непонятно. Нет, не надо нам гостинчик. Тут какая-то вакханалия происходит, просто нездоровая. Ну алло, блин, где он? А, так ты торговец. Экспериментальный образец военного эгоски. Ох ты, короче, да. Так, а что у тебя? Снаряды для РПГ, хорош. Ух ты, блин. Блин, слушай. Ну, это так. Спальный мешок. Там химера. Чуваки, что-то я... очкую, мягко выражаясь. Да что там мягко выражаться? Я конкретно ссу! Там химера у меня. Что я могу купить? Блин, у меня. Давайте хоть патронов каких-нибудь куплю. Так. Аптечки, ладно, я нашел тут аптечки. Так, патроны. Почем патроны? Так, ой, как же дорого жить. 800. Блин, уже не хватает. А что я тебе могу продать? Да. Блин. Вот так вот, да? Это у нас... Угу. Окей. У меня стоит 150 рублей. 150 рублей. За 150 рублей ты мне продашь патрончиков еще вот этих? Ах ты, как дорого все. Как дорога жизнь. Ну окей, все, я понял. Так. Надеюсь, тут можно искать артефакты. Хотя, какие артефакты? Я бандит, я сейчас артефакты буду с кого-нибудь выбивать. Так. Темная долина, как же ты мне родна. Но мне темная долина из сетевой ее варианта больше нравится. Некоторые сталкеры не захотят говорить. А, ну это... Ну и не надо со мной сталкером разговаривать. Собственно. Конечно, с ботами не получится полноценно ролплей отыгрывать. Все-таки объективно с людьми... людей больше адекватных в некоторых случаях. По ролплею. То есть тут ты можешь... Там ты можешь, типа... Ну, где голосовой чат особенно еще есть, да? А то ты пока ты пишешь... Слышь, чувак! Да, гони денег за проход. Это бандитская территория, да?
Так. А что, я смогу вон туда? Слушайте, да. Интересно. А, ой, тогда надо вот так вот сделать, да? Я потому что не знаю, что там будет. В самом деле, вали! Эй! О, блин! Так. Так, я не знаю, так как это у нас. Фу, твою мать! Не на ту кнопочку нажал. Да. Сохранение работает только с этой версией. Вылетело у меня. Ну, просто по глупости вылетело. Не то, чтобы с игрой что-то не так. Я просто перепутал кнопку и нажал, вместо того, чтобы сделать сохранение, нажал кнопку загрузки. Ну и у меня загрузилось какое-то, хер знает какое-то сохранение. Так. Вот, у меня тут что-то есть. Вот, поэтому сейчас... Да, тут можно играть за кого угодно. Так. А, ну-ка, чё... Нет, это очень мало патронов. Ой-ой-ой, там какая-то стрельба происходит. Какая-то стрельба происходит и без меня, главное. Слушайте-то, там наших бьют. Алло! Так, сейчас я... Держитесь там, кто там? Кого-то там приложили. Так, стоять, сейчас я вспомню, где он там был. Фу ты. Да, во, вот сюда. Торговец. Нету Борова. Чтобы он как-то сказал... Ну, там это... обстановку, так сказать. Ой-ой-ой. Там просто собаки какие-то наидичайшие. Слышь, чувак, так. Знаешь что? Продай мне... А сколько? Почему ты глушишь? Ох, 1000, блин. Ну ничего, я заработаю. А я думаю, заработаю обязательно я на домик у речки. Та-та-та-та. Окей. Так. Тайники, да, тайники. Очень странно, тайники не вырезали. Поэтому то, что я помню, я буду, собственно, находить. Вот ты знаешь, в кабинете Борова, да? Там аптечки в закрытом ящике, да? Собственно. Я думаю, стрим по этой версии... Класс. Еще я знаю, что на кордоне там есть Абакан. К примеру. Я, конечно, не помню все тайники в обычного классического сталкера... Без модификации я играл достаточно давно. Поэтому, что помню, то буду находить. Так. Так. Блин. А, ну да, просто в окно выпрыгнуть, да? И нахер. Так, а, ну или вот так спуститься просто. Ух ты, блин. Вот, радиация, мне не нравится радиация. Ладно, окей.
Да. А, ну, тут ничего нету, да? Жаль. А, ну это тот самый подвал, где долговцы держали. Тут нету никого. Окей. Так, ну по-моему через этот подвал и как-то там в окно, да? Как-то вылезти оттуда. А, хотя это, наверное, вырезали. Помню, как-то залезть можно было в этот подвал. Тут нет. Если я не путаю. Ха. Ну, можно спрятаться там. А можно... блин, выпрыгну в окно. А! Ты, блин, нет. Окей. Ох, блин, я не знаю, какие тут гранаты. Нет? Все, нету гранаты. Нахера вы так это сильно пугаете? Нет уже гранаты. Просто в некоторых версиях гранаты просто такие... Так, надеюсь, лут собак можно, к примеру, собирать. Так. Так, пистолет же у нас есть. Да блин, мерзкая собака, иди сюда. Так, вижу трупы. Вижу трупы. Залезем пока, пожалуй, вот на вот это здание замечательно. Ё-моё, это ж по мне! Так, установки. Чё-то, по-моему, это... сбилось, да? Фонарик. Пользование бинта. Так. И тут кто-то сдох так нехило. Поэтому я... так, надо проверить. Ой-ой-ой! Это псевдогигант! Товарищи, это псевдогигант. Ой-ой-ой! Что-то тут нехорошее происходило. Определенно, короче... наших братков положили. У этого аптечка была. Да. Так. Котыник. Это оружие. Ой. Так, я по-моему тут где-то. Так. По-моему, где-то заход на крышу был. Так.
Вот где-то лесенка. Прикол. Ой, прикол, блин. Держите меня, семеро. Ой, мамочки! Нет! Ладно. Минус первая жизнь. Давайте последнее. Вспомнить вылазку. И есть какой-то фриплей. Фриплей? Саркофаг? Ха! Интересно. Не, ну давайте, я не знаю, что это такое за я понял. Загрузим вот это. Ну, что мне не нравится вот на текущий момент, что мне не нравится, то что, собственно, если ты бандит, твоя база вот именно, ну бандиты же можно сделать точку старта для бандита не только, собственно, тут. Так. О, сколько СВД. Да вы гоните. Чё ж так дорого? Да. А это? Да я всю жизнь на него копить буду. А это? Ох, ты блин, нихера себе. А гранатомёт? Нам. Так. Окей. 100 патронов. На, этого достаточно сейчас подобрать вон те аптечки. Сейчас постараюсь по-быстрому этот лут собрать и идти помогать уже своим. Насколько помню, тут у Борова сейф был, но это раньше. Так, автомат. Так, ну-ка, сейчас проверим. Я не знаю, у меня работает кнопка. О, да, окей. Не нравится мне тут радиация.
Так. Окей, пока. Так. Да ладно. Собака минус. Так, у нас там шухер. Ой, меня там палят, кажись. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да! Хреновый из меня бандит. Пока что. Так, надо сейчас какое-нибудь контрольное сохранение сделать. Контрольное сохранение. А то я, блин. Так, ну я знаю, знаю. Я у тебя только патронов могу купить. Прицела, конечно, пока не хватает. А потом... Так, конечно, перво-наперво надо накопить хотя бы... Хотя бы вот на это. Это, ну это 10 тысяч. Нет. Так, 10 тысяч... Так, блин, где у нас... 74-й АК. Уж ты что, не продаешь такой? Ну а Бакан 25 косарей. Нет, я Бакан лучше где-нибудь найду или с кого-нибудь выбью. С кого-нибудь из вояк. Так. А, фу, я понял. Я понял сейчас, какую глупость. Это для чтобы создать тайник. Но я думал, что это просто как это делается, установить. А, да, я понял. Это чтобы создавать схроны. Хорошая вещь. Так, давай нам. Давай нам патрончиков сразу. Вот так вот. Сейчас я подберу там аптечки. Вот тут вот. Тут нет у нас. Так, по-моему, все собрал, да? Ну все, жить можно. Отлично. Макрос работает. Класс.
Так, о, еще и водка до кучи, да? Окей, тут. О! О! Я богат! Практически. Да, о, патроны, это, конечно, хорошо. Так, но, вот эти вот. Так, я, наверное, сейчас патроны, так. Так, сделаем сейчас сохранение. Во, вот так вот. Так, там у нас ничего интересного нету. Ой-ой-ой. Я ушибнулся. Слышь, мужик, давай с тобой немного тут поторгуем. Я кое-чего тут обнаружил. Патроны вот эти тебе продам. Угу. Так, бутылка водки. Ну, это ладно, вдруг от радиации. Так, батон по 7 рублей. Дробь. Дробь может, да, пригодится. Так. Так. О, 400 рублей. Что это у нас получается? Так, это у нас детектор... Детектор Велис. Прототип сканера Маликзон. Расширение функциональности. Сколько? Так. Теоретически позволяет умножить пока неизвестные науки аномальные искажения. Маленьким партиям сигналом. Работа необходима активно. Понятно. Я просто чисто посмотреть. Так, а что у нас? Патронов по 400 штук. Ну окей. Еще 20 патронов. Так, а для пистолета, слушай, для пистолета... Обычные. $170 осталось. Окей. Бутылка водки. Так. Ой, там кто-то кого-то убивает. Я думаю, надо помочь. Ох ты! Так. Это долговец, что ли? О! Какой звук мерзкий.
Так. Проверим это здание. Так, тут труп. Ой, ё-моё. Не нравится мне это место. Так, гроза. Чуть-чуть патрончиков. О! Нихера там движуха. Так, наши братки валяются. Так, 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 на балкон. Угу. Тихо-тихо! Твою мать! А, я понял, что это за штука такая. Да. Тут я гляжу трупов, конечно. Так, у нас есть автомат, да? Класс. Так.
до тебя доберусь. Да. Вот это нежданчик. Вот это вообще четко. Он, но я так предполагаю, что он появился в другой локации. Вообще раз. Да, там был у них респаун. Просто блестяще. Вот это вот просто четенько меня подловили. Нет уж, не надо мне гранату. Так. Так, АК-74. О. Пистолетик. Он под какой? О, под этот. Ох, не нравится мне этот звук. Конечно, путь к торговцу. Ahem.
Так. Ох, сейчас с разбогатеем, я чувствую. Наверное. Так, вот этот автомат. Окей. Все лишнее продадим. Так, 13 000, да? Так, пускай у нас... Так. Угу, 11 000. 11 000. Так, так, так. Мини-зон наемника. А бандитское снаряжение? Где вот для бандитов-то экипировка? Почему этот... Страж свободы. Бандитская куртка. Миски кась. Ну понятно, в общем. А где плащ какой-нибудь там бандитский? Я не знаю. Так, патроны, патроны. Эк. Вот эти патроны забираем, мне нужны под мой пистолет патроны. Так. АП-45. Блин, ну... А, во, вот они, да? 45-й. Ух ты, блин, 950 рублей пачка. Так, окей, окей. И. Так. Вот этих вот давай нам. Угу, понятно. Так, глушитель. Я помню, что у тебя был глушитель. Мне нужен один глушитель. Чтоб бесшумно стрелять. Все, окей. 5 000 остается. 5 000. Так. Ну окей, давай мы с тобой еще. Так. И вот этих. Класс. 158 рублей. Тоха блатной. Там какая-то... Стрельба опять происходит. Так, ну когда я с автоматом, пусть будет включен детектор.
О, артефакт. Так, вижу, вон там труп. Тут, по-моему, аномалия есть. Ух ты, абаканчик! Ох, нихера тут трупов. Твою мать! Да чё ж она бессмертная, что ли? Плоть просто какая-то невероятно живучая. Чё с ней? Да ладно! Плоть просто какая-то неубиваемая. О! Да, и вылетело. Так, ну окей, еще разочек попробуем мы запустить это безобразие. Да, блин, только там, ну там очень трупов много, я не знаю, там что-то просто, не сдохнули я там. Да, немного не то сохранение, на которое я рассчитывал. Так, вижу военного. Минус. Thank you.
Так, а что у него было? Вот там убили. И опять все сбилось к херам. Запомнить вылазку. Так. Бинт. Птичка. Ох, как же тут трупов много. Все норм, норм. Прячь волыну, чувак. Все норм. Так, что у тебя по деньгам? Нихера себе у тебя лям денег. Так, погоди, я сейчас все разрежу. Погоди, погоди, давай поторгуем вначале. Так, отлично. Артефакт. Разрыв. Но радиация. Так, тебе надо что-нибудь пожрать? Забирай.
Ну вот, теперь у тебя 80 тысяч. Ну, я думаю, тебе хватит на жизнь. А я пойду тут посмотрю, что тут еще. Вот то, что фраера повалили, это не очень хорошо. Ха-ха! РПГ! РПГ это вообще... Ох, сейчас погуляем. Так, слышу псевдогиганта. Я готов отработать. О, вижу, вижу псевдогиганта. Ой. Жизнь это по мне. Так, надо сохраниться. Фраера повалили. Во, нормально, с крыши нормально.
Да, тут живности просто. Да, неплохо. Да нет. Ё-моё. Чуть не сдох. Пацаны, Атас! Чё? Кипиш пошёл! Чухи! Фрейра повалили! Атанда! Гондура! Да, у меня перегруз, видать, уже жесткий. Сдаюсь! И вылетело. Да. Стабильная, но по-моему, нихера не стабильная. По крайней мере, на этой локации. Так. Атанда! Фрейра повалили! Атанда! Пацаны, Атас! Атанда! Ага, ты погоди, сейчас и колбаса начнет вылазить. Thank you.
Да, тут кровосос, я слышу прям, что кровосос. Что-то вообще... Какие-то неубиваемые просто. Просто такие неубиваемые местами. Ой, это контролер. Она просто неубиваемая какая-то плоть. О, и вылетает, я не знаю, что-то там. Да, вылетает. Yeah.
Шухер! Гондурасы! Пацаны, Атас! Срисовали нас! Шухер! Фрейра повалили! Смотрите, кто к нам колеса катят! Гондурасы! Чушпаны! Атанда! Волыны к бою! Блин, Атанда! Лесенки не хватает. Гранаты рвутся. Ой, твою мать, контролёр. С контролёром я не настроен бодаться. Ну ты офигел. Стволом в морду тычет и общаться хочешь. Где он, блин, мерзкая тварь? We'll be right back.